Здравствуйте, это наша любимая игра Клондайк. Итак, давайте продолжим расчистку нашей временной локации. Так, я напоминаю, мы находимся на острове Голдхилл. Название, конечно, у нас всегда чудесные и расчудесные. Расчищено только 32% и еще все впереди. Итак, у нас для обменника начало медленно и уверенно накапливаться. Уже 260 штук у меня. Да, это, конечно, мало, но все-таки это уже что-то. Мы начинаем сворачивать дальше. Вы не поверите, я его нашла. Вот он, наш олень. Давайте его заберем, потому что нам надо его поставить. Ой, а мы не можем бегать его, да? А что мы можем? Мы можем его покормить. А, можем не оленя двигать, а фотокамеру к нему. Вот как. Обратный вариант. И будем сейчас устраивать фотографии. Олень. Покормили. И теперь, а где нам это взять? Нужно, чтобы сделать снимок фотокамеры. Можно купить в повозке. Ха, я такое видела в повозке, точно. На первой странице, по-моему. Вот. А нам что, нужна будет не одна фотография, что ли? Фотографировать. Все, олень красавчик, фотографию сюда. На стенд. А, всего 6 стадий. Так это фотографировать нам его и фотографировать. А я ж ему покушать мало привезла. А больше не надо, да? Я не понял, будем переставлять, что ли? Или оленей много? Ладно, разберемся на месте. Так, тут у нас медведь, который нас никуда не пускает. И чтобы его убрать, 50 ударов. Ну, надо сначала сделать... Где патроны, чтобы было чем стрелять, скажем так. Так, 50, 42, 50. Так, у нас процесс запущен. Такой мишка симпатичный, жалко его выгонять. Он еще и так уходить не хочет. Так, и он нам за это еще и подарки. И патроны. Так, что у нас тут? 45, 30, 45. Идемте дальше. Тут у нас прям проходик узкий. Опять шоколадки. Мы нашли. Не поверите, я что-то нашла. Это великан. Каменный. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так. Ой, так это рулетка. И мы выиграли. Как часто крутить? Между прочим, на удивление, раз в 3 часа. Не надо хоть сутки ждать. А камушек этот обычно 75. В этот раз 120. Так, а тут у нас опять нельзя? А, нет, можно. Только у меня слабо поело.
Так, двигаемся к цели. Медленно и уверенно. Так, это я понимаю 60. Да. Еще 60. Тут, походу, вообще не проход. А, нет, есть проходик. Опс. Ух ты. Мы нашли что-то такое большое и красивое. Огромный робот. Опс. Надо канаты привезти. А воск где мы берем? В диких ульях. О, как. Так, тут появилось еще. Надо собрать. 40. Так, я нашла первую пчелку. Берем-с. Ой, тут еще энергию дают. Очень даже удачненько. 143. Ой, куда же мне ее применить? Ладно. Убираем комбо. Тут у нас что? 3. 95. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще, 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 еще. Совсем чуть-чуть. Так, это прими, прими. Ладно. Найти еще, попробуй. Вот тут я сейчас уберу. А этот надкушу. И до дальнего будет доступ. Тут 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. А этот 120. И можно вернуть обратно. 120. 109. Отлично. Этот 43, 93. Можно смело убирать. Если следовать следам, то нам как раз сюда. Но нашла я пока не столько пчелок первых. Дальше пчелки пока еще не обнаружены. Ну, надеюсь, по следам идем к пчелкам. Или надо было просто пройти прямо, а пчелки это ни при чем здесь. Это типа потом, тоже как вариант. Сейчас все узнаем. Ну тут уже прям так активненько начинается все крупное. Типа мало не покажется. Ой. Ладно, мы пойдем другим путем. Так, 35 вот сюда нам, пожалуйста, 64. Мною обнаружен второй олень, который готов фотографироваться. Итак, я сделаю сначала такую запись, потому что я только для двоих привезла. Их там больше. Так, фотографировать. И фотокарточку, ой, потеряла. Прикрепить. Отличненько. Ну, а теперь у нас мишка. Мишка, 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 которую мы опять будем убивать. И когда убьем... А, нет, сейчас можем уже открыть. Ну, получается, что каждый медведь охраняет у нас... Ой, вот это я молодец. 40, 90. 140. Отлично.
Итак, давайте разберемся со вторым мишкой. Но самое интересное, что я думала, что каждый раз медик — это там, где медведик. Ничего подобного. Я нашла вот еще медик и еще медик. Ну, и желающих фотографироваться тоже обнаружила. А, этого мы сфотографировали. Идем дальше. Пока там с медведем разбирается, мы будем искать, кому сделать красивый снимок. Так, накормить, а то позировать не будет. И сфотографировать. Так, еще один снимочек. Снимочек. Ну, решили нам с ветром помочь. Так, ну что там, мы еще прогоняем? Ага, прогнали. Значит, берем раз и берем два. И смотрим, сколько осталось. Вот я молодец, конечно, кто бы сомневался. Я же забыла, что там энергия выпадает. Ну, ладно уже. Ого, 182 все равно собрала. Вовремя съела, правда, не 90, а 80. Ну, кто мне доктор? Так. Значит, я вот это убираю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это тоже семь. Семь. И стоп. Надо один на 150, желательно. 162. Так. 162. Это значит, мы тут убираем 12. И возвращаем помощь. Отлично. Так. Возьмем, наверное, вот эту, потому что она как раз в бок ведет. Дорогу перекрывает. Вот ее мы уберем. Поехали. Все. Тихо-тихо брать. Так, теперь давайте посмотрим, что там у нас с товарищем. Еще два воска. И еще сколько оленей? Два оленя. Я так понимаю, что наш проходик где-то здесь. Два, три. Так что удачно я уголючек надкусила. Как раз сюда и пойдем. Сорок. Ха, тут дальше у нас засада. Я нашла. Вот, но открывать не буду. Я на такие фокусы больше не ведусь. Я сначала съем что-нибудь. Ой, стоп, я пошла помогать. Ха, компаньон мне выбил камень здесь. А тут еще один мишка. Ой. Поехали. Как-то я даже и не подумала, что он тут может быть. Думаю, потом когда-нибудь. А, пригодилось. Так. Что там с воском? 25. Так. И вот еще мишка. В общем, мишка дубль 2. Так, ты уже сфотографированный, правильно? И нужны еще олени, желающие фотографироваться в количестве двух штук. А, вот, нашла.
нашу звезду фотографий. Забираем. Будем бегать фотографии выдавать, да? Так, кормить. Сфотографировать. И еще один олень. Отлично. Так. Это у нас, кстати, дополниловка. Фотокарточки. Ой. 50. Поехали. Где же ты? Где же ты, северный олень? Еще один. О, вот я нашла еще одну эту штуку открыть. Ее как-то за камушком и особо не видно. Тут у нас шахта. Так, еще помогать рано. Так, 44. Поехали. Что-то я не поняла, где мой проходик. Сейчас все будет, поели. Тридцать. У нас. По идее, где-то здесь должен быть олень. Ну, потому что вроде как везде открыто. Тут только не видно. Ошибочка. Оленя там нет. Идем искать дальше. В общем, один олень, передумал фотографироваться. Я нашла еще мед с пчелками. Ой, 60, 35. Так, это у нас 60, 40, 60, это должно быть сколько? 70, 40, 70, 43. 93 и открываем раз и открываем два. Поехали. Сто девяносто три энергии. Это здорово. Я хочу уголек, конечно же. Безусловно, уголек. Ой, 150. 43. Уже 23. Так, 9 10 20, и все, и идем сюда на уголек. То потом сколько угля будет, вывезем, это же сколько энергии. Ай-яй-яй. Отличненько. Так, красавчик, обезвредили. Ой, он нам теперь больше не страшен, как-то на обезьянку больше похож. Все, он обиделся.
Да, нам еще сюда. Как пройти? А, вот проход. Проход обнаружен. Оказывается, медведи-то еще и не закончились. Еще нашелся ничейный. 44. Так, раз. Поехали. Что-то я пропустила, сколько их должно было быть. В дополниловке я вроде видела только одно задание. Фотокарточки. Где заданиями с медведями, я что-то не поняла в этот раз. Уж не судите меня строго, у меня сегодня неприемный день, скажем так, голова не соображает. Я не могу понять. Я не могу понять, где задание с медведями и сколько их должно быть. Вообще сегодняшняя видеосъемка была под большим вопросом. Я думала пропустить обновление, не пропустить обновление. Но потом решила, что ну, я не могу так подвести. Всегда ждут мое видео, и поэтому я все-таки решила, ну, будем снимать. Ой, мне вообще такая съемка первый раз, если честно. Это называется обновление с 37,5. Ну, бывает. Уже не 39, и это уже радует. Но зато соображаловка не работает. Медведи откуда, куда, зачем? Этого никто не знает. Ой, да, вот осталось еще только купить мне себе энергию. Вообще будет шикарно. Но следы ведут дальше. По следам бременских музыкантов. Идем по следам. Не хватает оленя. Зато откуда-то берутся постоянно мишки. Милые медведи, жалко выгонять. Я бы их оставила. Но не судьба. Так, мы правильно идем вообще? Я в этот раз даже выбиваю, мы видите, как быстро ем, потому что привезла плюс 10, чтобы как можно быстрее справиться с поставленной задачей. Какие там яблочки? Яблочек было совсем чуть-чуть. Итак, следы ведут дальше. Но мы нашли. Он нашелся, наш не желающий фотографироваться. Еще бы фотоаппарат найти, вообще было бы здорово. Накормить. Фото на память. Все. По-моему, с фотографиями мы закончили. Или как? Стоять. Еще одна? А-а-а. Интересно. Я ж вроде уже всех перещелкала. Значит, где-то будет еще один олень. Этих все уже не хотят фотографироваться. Уже звезды. Так, когда? Еще 2 минуты. Ладно, идем дальше. Тут у нас пошли, видите, косяком маленькие незаметные по 165 камушки. Но мы пойдем в обход по следам. Так, а что там с помощью? Уже скоро. О, еще 165. Ой, тихо. Увидела 165, обрадовалась, называется. Чуть не купила опять энергию. А тут прям
набор. Типа два в одном. И медведь, и желающий фотографироваться. Так, 50. Ага, в общем, мы пойдем сейчас вокруг, и вот тут только в углу мы найдем то, что искали, называется. Немножко продвинулась вглубь и нашла еще следы. Еще 165 и вот еще 165. В общем, таких маленьких незаметных камушков еще хватает. 50. Конечно, надо было бы сделать исключение, наверное, не идти к цели, а свернуть камушку. Так, а давайте уже с этим нашим последним разберемся. Я же его нашла. Или это не он? Фотокамера, да, он. Я в них потом запутаюсь. Какой сфотографировался, кто еще хочет. Так, отлично. Покормить. И фото на память. Все. Закончили. Карточки можно посмотреть? О, красиво. Ой, тут у нас, между прочим, не проходите мимо. Да не забывать. Интересно, их как? Определенное количество должно быть, правильно? Только для того, чтобы поменять там. Потом они перестанут появляться. Так, чисто логически. Так, тут все. Помощь надо принимать? Пока нет. Идем дальше. Так, в угол. Ой-ой-ой. Это что? Это 90. 40. 90. Ой, а тут еще 95 и 2 по 165. Не поверите. Опять медведь. Дождитесь. Ну, мы, конечно, можем подождать. А можем просто что-то переставить. Чуть-чуть. Всё немножко. Скажем так. Ой. Места нету. Я все-таки решила дойти к этой цели. А тут у нас... Ой. А тут еще и бандиты. Они тут дяденьку держат в плену. Сейчас будем спасать. Вот так вот. 70. 40. Знаете, 70. А этот 85. Хорошо. 70. А этот сколько? 70. Три дяденьки. Так, сразиться с бандитами, освободить Николаса. Ну что ж, давайте мы его все-таки отпустим, пожалеем. Ха, 10 пилы. Ну, сейчас привезу. Так, мужчина, вы свободны.
Отлично. Еще подтянулись. Так красиво зашел. Так. Чего теперь? Отремонтировать робота, а я его не отремонтировала разве? А, он еще раз хочет ремонтироваться. Очень хорошо. Так, и что нам за это будет? Что-то. Итак, предлагаю вместе отремонтировать. Отличненько. Теперь у нас по плану расчистить завальчик и спуститься в шахту. Для завальчика нужна кирпичи и арматура, но это будет совсем другая история. А сегодня мы заканчиваем. Пока-пока.